До самого экстремального события компании APL месяц. Какой будет летняя академия «Миссия в Майами»? Давайте узнаем. К вашему вниманию представлен топ-10 фактов о летней академии 2018. Открывает наш рейтинг факт о том, что в этом году академия – это полное приключений поездка в США. Само событие состоится в самом популярном курорте Соединенных Штатов – в Майами. А лето Риверстейт Парк – это один из самых просторных и насыщенных парков всего штата Флорида. Сумасшедшие эмоции и невероятные воспоминания, вдохновение на месяцы вперед и впечатления на всю жизнь вам обеспечены. Факт 9. Летняя академия – это всегда преодоление ваших самых больших страхов и даже возможность сделать что-то впервые в жизни. А знали ли вы, что это еще и тотальная прокачка ваших лидерских качеств? Ведь все участники прошлых академий сегодня топовые лидеры компаний. Смотрите сами. Летняя академия 2015 год. Нина Шашукова, корпоративный директор APL. Сегодня золотой амбассадор компании. Семейная пара Владимир Радченко и Саида Адамова были корпоративными директорами, стали амбассадорами. Елена Динеева тоже в 2015-м была корпоративным директором APL, стала амбассадором. Ирина Толстихина выросла из корпоративного директора до национального. Хадижа Исрапилова и Мадина Ибрагимова были корпоративными директорами и стали международными директорами компании APL. Этот список можно продолжать бесконечно, что лишь подтверждает факт о том, что летняя академия – это прокачка ваших лидерских навыков в условиях адреналина. Академия – это не только экстрим, но и обучение. И наш 7-й факт подтверждает то, что всех участников этого события ждет эксклюзивный тренинг, тема которого пока находится в строжайшем секрете. Президент компании использует летнюю академию как место подготовки кадров. Это факт. 6-й факт. Участники события станут неким звездным десантом APL, ведь Сергей Куликов с каждым участником запланирует план развития на год. Факт номер 5. Летняя академия. Миссия в Майами. Это небывалое сплочение и быстрый рост вашей команды. Здесь вы как нельзя лучше можете укрепить свою структуру. Но давайте не будем забывать и о том, что это закрытое мероприятие, и попасть на академию могут лидеры в квалификации «Национальный директор» и выше. А также каждый лидер может взять с собой на академию одного перспективного новичка, у которого есть супершанс быть в суперлиге. 4-й факт. Вам обеспечено большое количество новых профессиональных фотографий и видеороликов для работы в социальных сетях. Впрочем, как и на любом ключевом событии компании. Факт 3. Летняя академия – это всегда самые немыслимые испытания. Вам может показаться, что вы уже пережили все. Ходили по углям и стеклам, прыгали с деревьев, имели дело с тараканами и крысами. Но предугадать то, что приготовила вам компания на этот раз, невозможно. И это факт. На втором месте нашего рейтинга – сюрприз от президента компании. Кому-то из участников академии крупно повезет, ведь Сергей Куликов лично приготовит счастливчику барбекю прямо во дворе своей легендарной летней резиденции. Ну и первое место рейтинга. Мы готовы раскрыть секрет, что получит команда, которая победит в испытаниях на летней академии. Победители отправятся на прогулку на эксклюзивной яхте по Атлантическому океану. Если вы думаете, что это и есть суперприз, то крупно ошибаетесь. По-настоящему победителем станет каждый участник летней академии. Ведь это событие 100% замотивирует вас зарабатывать в разы больше, сделает ваш бизнес прибыльнее, а вас богаче и успешнее.